Добрый день, уважаемые партнеры и гости нашего портала. Вашему вниманию представляется видеоролик «Обзор инвестиционного фонда» от команды Первого банка мониторинга fairmonitor.com. И в этом сюжете мы с вами рассмотрим одного из новичков раздела «Эксклюзив листинг» нашего хайп-монитора, который расположился там несколько дней назад. Проект под названием «Банс24», по легенде, что представлен на его сайте, является международной инвестиционной организацией, которая предоставляет возможность частным инвесторам зарабатывать на кредитовании. По сути, данная платформа призвана объединить инвесторов и заемщиков в одну крепкую команду. Сайт Banks24 выполнен достаточно неплохо и просто в обращении. К этому стоит добавить, что интернет-портал проекта обладает уникальным дизайном, работает на лицензионном скрипте и оснащен SSL-сертификатом шифрования данных. Инвестиционное предложение фонда Banks24 содержит 3 тарифных плана со сроком работы вклада в 90 дней. Итак, здесь можно получать 2% суточной прибыли при депозите от $10, 2,5% ежедневных начислений для вкладов от $500 и 3% прибыли каждые 24 часа, доступные инвесторам с депозитом от $5000 США. В качестве платежных систем Banks24 используется Perfect Money, Pair, Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Dogecoin. Выплаты из проекта производятся в инстант-режиме, и это приятно радует. Что до партнерской программы, то в Banks24 она имеет 3 уровня в глубину с вознаграждением в размере 7% от вклада лично приглашенных пользователей, 3% от депозита рефералов во второй линии и 1% от оборота партнеров третьего уровня. Перейдем в личный кабинет инвестора. На главной его странице расположены основные показатели вашей учетной записи, а в остальных разделах меню можно создать вклад и увидеть список активных депозитов, пополнить счет, заказать выплату, получить доступ к реферальному меню и установить настройки аккаунта. Поддержка пользователей Banks24 производится через систему тикетов по электронной почте, а также через чаты и группы проекта в социальных сетях. Ну а на этом у нас все для вас на сегодня. Профита и отличного настроения, дорогие друзья!